Всем доброго времени суток! С вами канал Gameplay Nostalgia, меня зовут Александр Машинок, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Deus Ex Human Revolution. Сейчас я нахожусь не на том месте, где неожиданно закончилась предыдущая серия. Дело в том, что после того, как я решил обратно положить гранатомет и забрать свой пулемет, произошло не очень приятная вещь для меня. У меня вылетела игра. Просто вылетела. Вот, я ее перезапустил, нажал на продолжение записи и вроде бы как бы должен был продолжать записывать серию. Но после того, как я вышел уже из игры, записал все, должен был уже сидеть монтировать, смотрю, этого файла нету. И понял, что оно нифига и не записалось. То есть концовка серии в принципе не записалась, но я хочу сказать, что сильно далеко-то я никуда не ушел. Я поменял обратно на свой пулемет и пришел сюда в порт. Прошел буквально вот это вот расстояние от забора до забора, да? Вот, и все. Вот у меня с собой весь мой инвентарь, да? Он остался, пулемет забрал. Вот, и сейчас нам нужно прорваться. Сейчас я вам прочту полное задание. Как вы знаете, да, чтобы напомнить вам, что и как. Беллтауэр хорошо охраняют, но я с этим справился. Теперь мне нужно попасть на борт их корабля, чтобы помочь мне. Один из парней Тонга припрятал для меня сверток на местном складе. Пора зайти внутрь и найти его. Вот мы должны найти с вами... Добавлю новый код доступа? В смысле? Это мы с вами карманный секретарь прочитали, дорогие друзья. Случайно. Вот, ну что ж, давайте прорвемся с вами на порт и заберем этот злощавый документ. Или какой-то там сверток нам сказали. Так, ну что ж. Главное, чтобы меня тут не запалили. Ага. Что у нас тут? Машина. Так, да, вон солдатик идет с пулеметом, если надеюсь. Или нет. А, нет, без пулемета, если вы там увидели его, да? Я там заметил, наверху еще солдаты есть. На крыше вон один. Что-то мне это не нравится. Мне лучше бы это в обход обойти. Фига себе. Дротики с транквилизаторами куда припрятали разработчики. Так. Ага. Один. И мне кажется, он с каким-то серьезным оружием. Наверное, с пулеметом. Сейчас мы его завалим. Да, он с пулеметом. Блять, он что, до сюда не дойдет, что ли? Ну давай, сорванец, иди ко мне. Твою мать, надо отойти подальше. То ненароком мне сейчас еще и ах ты ж! Он сюда идет. Так. Тащим его. Твою дивизию. Отлично. Забрали. Запалила эта херня. Так.
Допустим. Эту дверь я могу открыть. Там неприятное создание едет. Это робот этот. Кстати, нам нужно лучше ему гранату как-то взять. Давайте-ка мы сбавимся чего-нибудь. Я думаю, от газовой гранаты мы сами избавимся. Она нам нафиг не нужна, в принципе. Так. Это взять мы не можем. Потому что у нас вроде как и так, блядь, до предела пулемета патрон. 700 штук. Так. Тут у нас вроде пока все чисто. Фига себе. Мордасти. Они встревожены еще до сих пор все. Твою мать, он может меня отсюда запалить. Я могу, кстати, на крышу пробраться. Мне это, конечно, не совсем все нравится. Я бы, конечно, все потихую сделал. Но мне кажется, тут втихую идти бесполезно. Нужно раз идти, то серьезно и настойчиво. Так, я туда пробраться не могу. О, погодите-ка. Блин, не смогу. Я-то уже думал, что я смогу сюда пробраться. А что если... какой-нибудь ящик сюда подтащить? Можно ли вообще это? Возможно такое сделать? По всей видимости, нет. Очень плохо. Даже вот эту коробочку я не могу взять. И подтащить ее. Придется как-то идти подтихушку, ребята. И долбить их всех. Окей, постараемся. Твою мать, идет сюда. Давайте сами сохранимся здесь. Так, вижу одного. Можем, в принципе, его отсюда вас завалить. Боюсь, что не достанет у меня. Твою мать. Но по-другому никак, ребята. Твою мать. Давайте загрузимся снова. Не хотел, чтобы это такой шумихи было. А то сейчас все на меня нарвутся и хрен отобьемся. Хотя можем мы, конечно, отбиться, но потеряем слишком много припасов. А я так думаю, что к финалу-то нам нужно все необходимое. Как-то нам нужно сверток забрать. Вот только как? Подождать, пока солдатик. Он вокруг ходит. Мне это не нравится просто. Так, давайте, пока он идет, взломаем
Сохранимся сейчас. Это было жарко, ребята. Не поспорю. Парализирующий пистолет. Нахер нам он нужен? Конечно, для тихой игры было бы прикольно. Энергоблок для пепса. У меня места нету, чтобы пепс этот использовать. Хотя проверил, пепс это херня полнейшая просто. Было бы прикольно, если бы какой-то... Фак! Там много людей, ребята. Там просто их охрененная куча людей. Это, походу, выход на уже сам порт. Это после того, как, наверное, как мы заберем документ. Хорошо. Давайте-ка мы с вами залезем в компьютер и посмотрим, что здесь интересного есть. Не сказал бы, что тут легко сейчас будет взломать. Но допустим. Давайте сделаем так. Твою мать. Ну, 20 секунд. Ну, ладно, доступен будет. Возможно. Так. Фу, это было нормально. Потратили с вами два стопа. Так, я разделяю твои опасения, да я попробую. В принципе, тут ничего интересного, ребята. Давайте загрузимся. Я просто не хочу... не хочу тратить пронапрасну все вот эти вот... Наши штуковины, типа как вирусы и червь-стоп. Так. Этот у нас что, открытый? Не открытый, в него зайти можно. Второй уровень. Думаю, что здесь не будет настолько... Но допустим, ладно. Так. Камера слежения. Только у нас доступ запрещен к этому. Это у нас самое уже внутреннее здание порта. Здесь мы сейчас будем с вами тоже присутствовать. Кстати, что у нас с очками Праксиса, дорогие друзья? Давайте мы посмотрим. Один очок Праксиса, но, к сожалению, взлом скрытность. Снижает 30% обнаружения. Окей, взломали. Давайте мы сейчас снова загрузимся и попробуем снова взломать. Попытаемся отключить эти, так сказать, камеры видеонаблюдения, чтобы заранее все было. Так, заходим в прокачивание. Покупаем скрытность при взломе. Заходим... Твою мать, этот долбанный стол стоит тут. Заходим еще раз, взламываем. Ну, чтобы уже удостовериться, что можно было бы отключить, да? Access granted. А, все равно нельзя. Мало прокачано. Мало. Мало прокачано. Ну ладно, фиг с ним. Не сможем отключить, да и думаю, мы и прорваться, в принципе, сможем. Без каких-либо трудностей. Так, у нас там солдатик возвращается. Давайте-ка мы пока подождем. Надо вот эту камеру как-то здесь... точнее, вот этот лазер вырубить. Чтобы он нас не запалил.
Хотя, если сейчас мы его отключим, то нас все равно запалят. Так, солдатик уходит. Мы можем идти. Тут еще снайпер, конечно. Так. Идем, 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 идем. Твою мать. А почему я спрятаться не могу? Почему я спрятаться-то не могу? Алло. Как какое-то. Что-то я вообще ничего не понял. Я прятаться не могу. Нажимаю на правую кнопку мыши, но меня не прячется. Чё за дерьмо? Он сейчас прячется. Может, баг был? Я вообще серьезно говорю, я не мог прятаться. И сейчас та же история. Фиг знает из-за чего. Не могу. Вот хоть убейте. Не могу я тут спрятаться. Надеюсь, солдатик меня тут не заметит. Хорошо. Тут мы с вами прошли. Наверное, там такое местечко было, то, что я спрятаться не мог. Скажу еще одну маленькую проблемку. У нас мало патронов на пистолет с глушителем. Куда ты... Фу. Я думал, он сюда повернет. Святые ягодицы. Так. Так, там снайпер. Мне еще эта машинка не нравится. Мне кажется, думаю, здесь надо сохраниться, чтобы не начинать снова с места. Отлично. Так, минуточку, проблема. Есть небольшая проблема. У нас патроны для пистолета некуда положить. Давайте мы с вами вот от этого избавимся. Ага. А сейчас мы сделаем вот так. Скушаем вот эту фигнюшку и заберем свои патроны от револьвера. Так, здесь мы все с вами обыскали. Давайте откроем здесь. Взрывной пакет Тонга. Моим ребятам есть чему у вас поучиться, Дженсен. Тонг? Как вы попали на эту частоту? Это древняя китайская тайна. Значит так. Вы отнесете пакет в кабинет управляющего Вана.
положите его на стол этому ублюдку и запустите. Все ясно? Ясно, что я оказываю вам услугу, а мне что с этого будет? Взрыв отвлечет охрану. Вы запрыгнете в грузовой контейнер и вперед. Но у вас всего одна попытка. После запуска таймера дороги обратно не будет, понятно? Понятно. Запускать, когда буду готов. Окей. Так, я что тут заметил, дамы и господа? У нас внизу с вами утечка газа. Мы, конечно, по низу могли бы пройти до самого того места, где нам нужно высадиться. Давайте посмотрим, что у нас с очками практики. У нас 2 очка доступно. Вот это вот убралось, потому что мы загружались, да? Но я думаю, мы включать ее не будем. Что у нас с дыхалкой? Давайте дыхалку включим. Отлично. Теперь-то, я думаю, можно сохраниться здесь и пойти вниз. Отлично. Противогаз прокачан. И у нас есть шансы, что мы с вами по низу пройдем. Так вот, меня робот этот бесит. Немножко напрягает. Так. Я надеюсь, что сейчас нам не заставят труда найти выход. Твою! Да задолбал ты. А, фак. Откуда он взялся? Он даже не на карте не обозначался. Обычно, если ты подходишь к месту, он сразу его ищет. Точнее, сразу на карте обозначается то, что здесь этот робот. Так. Ладно, забьем на это. Так. Солдатика бы этого как-то вырубить, да? Хотя он с 2 патронов только убьется. Подождем. Пойдем по той же траектории, как шли. Так. Солдатик ушел. Сука, долбаная шлюха. Запалила нас. Ладно. Будем идти, как говорится, напролом, да? Раз уж не получается нормально пройти. Твою дивизию. Так.
Меня всех долбят. Давайте подождем, когда все стихнут, да, дорогие друзья? Мне кажется, это будет куда лучше. Никого нет. Не понимаю, он был здесь. Никого. Похоже, ушел. Смотрите, вентиляция. Мы могли по вентиляции с вами пройти. Ну давайте, успокаивайтесь. Да, соглашусь, здорово нашумели. Так. До сих пор они встревожены. Я думаю, что нам сейчас не составит труда взломать. Так. Как долго-то? Шестой уровень. Ай, как долго-то. Давайте с вами загрузимся. Мне кажется... А мы сохранились вообще? Ладно, сейчас еще раз наведем этого шороху, которого мы с вами навели. Твою мать. Эту, блин, камеру надо как-то вырубить, я хрен знает как. За. Фигня. Допустим. Допустим, оно так можно сделать, да? Окей. Нас никто не запалил. Самое главное. Правда, сигнализация тут орёт. Окей. Теперь посмотрим на их смешные лица. Как они будут меня искать. Запалил, да, чувак? Не достает. Что-то я зря его тратил. Мало патронов. Ладно. Ждем, когда эта вся задница прекратится.
Хотя, чё я туплю? Сейчас мы перезапустимся. Я даже тут спрятаться не могу. Твою мать. Если я узнаю, что кто-то меня разбудит, я разозлюсь. Если тут кто-то узнает, что меня разводит, я разозлюсь. Так. Окей. Как же я не люблю стелс-игры, но приходится действовать скрытно. Да замолкни ты, сигнализация. Так. Ни в какую просто. Чем-то они встревожены и все. Ждем, когда он уйдет, чтобы его втихую завалить. Так, идет сюда. Спустимся немножко. Так. Твою мать. Ах ты ж говно. Меня другой снайпер заметил. Кто же знал, что он будет туда светить своим дерьмом. Твою мать. Запалил. Что за хрень здесь происходит? Так. Ничего у него особого нету. Так, здесь сохранимся. Сложно взломать вот эту вот именно комнату. Постараемся пойти без каких-либо пауз.
Пришлось. Просто пришлось использовать один стоп, потому что иначе бы я совсем не успел. Так, патроны для снайперской винтовки дополнительно лежат. Склады. У нас краска и всякая хрень, которая нам не нужна. А вот это нам очень даже нужно. Давайте с вами что-нибудь уберем, пока вот это вон, да? Ускорение перезарядки. На чтобы нам ее переключить? На пулемет, наверное, да? Комбинировать. Да, давайте с пулеметом. Чтобы нам можно было быстрее перезаряжаться в каких-то тяжелых моментах. Так, ну что ж. Тут никого нет. Ага. Гипостим. Так, давайте здесь с вами сохранимся. Я думаю, что это сейчас само то. Хорошо, что наверху никого нет. Имею в виду здесь, на нашей стороне. Так, раз. Что? Это что за хрень? Они робота спустили. А я думал, что кто-то стрелять начал. Вот это да. Так, они спустили робота. Раз, два, три, четыре, пять. Пока я насчитываю пять. А, шесть. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть чуваков. Она прям на нас нацелена, кстати, эта херня. Допустим. Так, здесь мы с вами сохранимся. Я уж немножко преиспугался, когда думал, что кто-то будет стрелять. Так, я там турельку еще вижу, да? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я думаю, здесь, наверное, потихую мы практически не справимся. Давайте пойдемте-ка с револьвером. Хотя сначала нужно завалить этого робота. Чтобы уж наверняка нам никто не мешал в проведении, так сказать, бесшумной операции. Так, М-гранату берем, да, потому что она нам более-менее поможет. Здесь я сохранюсь еще раз.
чтобы уже наверняка на всякий случай можно было запустить снова с этого же места. Ну и кидаем. Блять, вот я же говорил, с этого места нужно начать. Твою мать. Мне сейчас... Я, конечно, понимаю все, но я, походу, сохранился не там. Точнее, я не загрузился, а сохранился. Как я это мог пропустить, ребята? Так. Еще раз. Сразу М-граната. Окей, они все пришли на место взрыва. Я тут понял, что нужно сделать. Двоих с гранатой. Набежала еще целая куча народу, которого я не ждал увидеть здесь. Хорошо. Здесь, я думаю, можно сохраниться. Твою мать, идет. Я его так завалил. Причем не думая, что получится. Конечно, по статистике я мог бы сейчас врубить. Как, не по статистике, я мог бы сейчас просто врубить невидимость и пройти. Невидимость меня быстро запалит. Точнее, она быстро убавляет мне батарейки. Хотя давайте попробуем. Попытка не пытка. Давайте я сейчас здесь сохранюсь. Включу F1 и погнали.
это не нравится. Кто-то нас дурачит. Окей. Местечко нормальное. Так, не можем мы с вами отключить турели. Здесь мы тоже отключить ничего не можем. Хотя прикольно было бы. Что такое? Надо быть начеку. Какого черта здесь произошло? Пока ничего. Так, прорвались. Пусть даже было и громко, но мы прорвались. Так, а вот как мне завалить турельку? Использовать, конечно, пулемет не самая прикольная мысль, но раз уж придется, то придется. Хотя, что-то я не то сделал. Лучше, чтобы не тратить пулеметные патроны. Можно было сразу ящик подтащить. Так, камеры мы с вами все отключили. Блять. Окей. Блин, а у меня револьвер почему-то
поменялся. Отлично. Не попал. Не долет просто. Твою мать, попал же все-таки. Все. Здесь мы все закончили. Давайте пойдем обыщем трупы. Тут у нас много трупов, кстати, необысканных, поэтому я решил перезапустить заново с места. Так, обыскали. Смотрю просто, какие трупы обысканы, какие нет. Чтобы заранее, если что, знать. Все забрали. Тут ничего нету. Можем идти наверх. Так, берем все патроны, которые нам тут... А, пистолет, пулемет, все, уже конец. История моим. Твою мать, все равно же попал. Тупо смотри-ка! Продолбил мне. Ах ты ж говно. Мне кажется, его никак ничем не продолбить. Так, давайте еще раз. Не торопясь, просто долбим его. Так бы гранатой закидал, если была бы она. Сука, попала же. Наконец-то. Так, ну что, ладненько, давайте, наверное, здесь я сохранюсь и закончим на сегодня серию. В следующей серии мы наконец-то доберемся уже до точки назначения. Всем удачи и пока-пока.